Переговоры достаточно сложные у нас были. До того, как туда пойти, мы связались с семьей. Мы связались с семьей Аслана Георгиевича и попросили приблизительные прогнозы его полного выздоровления. Вот, перед тем, как пойти к президенту. Там, учитывая конституционные нормы, президент пошел максимально навстречу, учитывая рамки, временные рамки. Что имеется в виду? Он гарантировал смещение сроков на 1 месяц и 4 дня. Плюс Аслан Георгиевич может не присутствовать при самой регистрации, не сдавать абхазский язык. То есть плюс еще месяц в случае нашей победы, если вы дадите добро, еще месяц до сентября. Семья Аслана Георгиевича сказала, что в сентябре более чем достаточно, он будет готов.